Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Как называется наш семейный канал? Baby Go. Baby Go. И сегодня у нас игра на телефоне, на планшете. Интерактивный мульт по сюжету мультика «Какого день?» Мимишки. В игре всего три карты. Какую мы карту-то выбираем? Где есть Кеша? Здесь. Какая? Вот эта? Да. Итак, мы выбираем карту номер 3. Здесь есть Кеша, да? Да. Или ты хочешь штучкой новогоднюю сделать? Кеша. Кеша. Ну, нажимай сюда. Где? Нажимай. Так. Кто это? Кеша. Да, Кеша. Давай карту посмотрим, что есть. Это цирк. Ого! А где Кеша? Смотри, это вагончик. Тут, наверное, администратор цирка живет. Смотри, Цыпа розовый, да? Да. Цыпа розовый. Кеша, смотри, ракета. Давай начнем с фейерверка. Давай с Кешей. С Кешей, сейчас сделаем. Как мы с тобой фейерверки запустим, как ты считаешь? Угу, ты понял? Берем. Заряжаем. Подожди. Нам надо с тобой как-то поджечь. Давай-ка попробуем Кешу сюда. Я хочу фейерверк запустить, друзья. Так, ладно. Смотри, что у нас есть. Гиря. Гиря берется? Непонятно. Как сложно, однако. Так, мороженое. Давай Кешу покормим для начала. Дай ему мороженку, бери. Давай ты, папа. Давай, хорошо, сейчас. Съест? Ага, взял в ручку. Смотри, это штука какая-то. Ну-ка, давай его сюда поставим. Ты знаешь, что с мороженым можно сделать? Как да. Считать? Хорошо, непонятно. Так. Опа, смотри, мы бутылку с тобой засунули в игровой автомат. А можно как-то запустить, интересно? О, можно, смотри-ка. Игровой автомат двигается и берет бутылку, да? Так. Выбросили обратно. Так. Диня, а это что, как ты думаешь? Это батут? Давай Кешу на батут поставим. Давай. Класс, прыгает. А если мы туда ему гирю бросим, что будет? Так, не бросается. О, леденец кормили мы, да? Так, окей. Гирю. Дали гирю Кеше, давайте берем с гири на батут. Он все равно хорошо прыгает, да? А если мы его в вагончик посадим? Так. Уехал. Вернется? Как ты думаешь? Кеша-то от нас уехал? Он катается. Это, наверное, вот видишь, там сзади много-много витков, да? Это русские горки. Вернулся. Так, покатали Кешу. А мороженое мы же ему уже давали. Дэн, ты что ты сделал? Это же сладкая вата. Смотри-ка, мы сладкую вату с тобой вырабатываем. Сколько? Можем много сделать. Я буду мороженое. Давай, Кеша, смотри, сладкую. Дине хочешь мороженое? Сейчас. Где? Давай мы Кеше. О! Кешу можно кормить сладкой ватой. Он наелся и больше не хочет. А, его можно как в руку дать, так и покормить. Давай мороженое ему покормим. Даша, ну давай ему еще мороженое. Да, ну води, папа. Давай, хорошо. Так. Ага, покормили. Так, теперь посмотрим, как же фейерверк. Еще мороженое. Еще мороженое дать? Да. Давай, он сейчас объестся, Дэн. Станет Кеша очень большой и круглый. Ух ты, о, я запустил ракетки. А, и мы с тобой можем перезарядить. Понял? Так, интересно, а что с этим кубиком делать? Просто надо было не умножать. Что это такое? Как ты думаешь, творение?
Ага. Давай бутылку теперь-то положим. Не, не кладется. Давай сладкую вату зарядим в аппарат. Давай. Вот. Зарядили. И гирю туда же. Можно туда гирю? Так, не понял, ну ладно. Так, что с шариками? Шарик можем дать, наверное, Кеше. Нет? Не можем? И как думаешь, что у нас с шарами с воздушными делать? А давай их гири привяжем. Можно? Не привязывается что-то. Не привязывается. Так, ладно. Давай думать, у нас есть с тобой знак вопроса. Поставим туда шарики. Нет, не получается. У нас есть цыпа. Цыпу закрыли. Давай Кеш туда же. Да? Мы сейчас Кешу сделаем фокусиком, да? Смотри, Кеш колдует. Колдует Кеш? Да. Как бы что он колдует? Грузовичок. Так. А если мы ему оденем цилиндр? Не надо на него. Как? Почему? Не, мы сняли его. Почему? Снимай, снимай его. Снимаем цилиндр? Да. Ну хорошо. Волшебную палочку-то оставим? Давай его принарядим. У нас великий фокус. Не надо. Опа! Ты видел? Помнишь, кого мы туда засунули? Да. А кто теперь там? Там вместо цыпы какой-то енот. Оба-на. А где? А где цыпа? И я таким же вопросом, куда делся цыпа? А давай Кешу. Кешу засунь? Да. Давай, сейчас енот перестанет нас баловаться. Так, цыпы у нас нет. Давай Кешу. Хлоп. Ну что, смотрим, что будет? Нажимаем. Крибли, крабли, бенс. Ха-ха, смотри, цыпу только нормального цвета, да? Так, интересно. А вот теперь Вот цыпу поставим. Давай. А давай енота. Давай цыпу. Ну цыпу жалко. Давай цыпу. Цыпу, да, ну давай цыпу. Давай. Крибли, крабли. Бенс! Ха-ха, Кеш вернулся. Так, а если мы енота уберем? Кеш опять колдует, да? Колдует Кеш-то? Да. Опять мы грузовичок наколдовал. А если мы енота туда вернем, как ты думаешь, что будет? Проверим? Да. Крибли, крабли, бенс. Лисичка! Смотри, иди. Кого оставляем? О, а лисичка, смотри, на шарике катается, да? Класс, вот это да. И еще Кеша видим. Кеша у нас есть, все что-то переживает. Где он? Вот он сидит. А давай лисичке цилиндр оденем? Да. А теперь снимаем. Подожди, давай ей пока дадим цилиндром, да, покататься? Слушай, а давай гирю попробуем в шкаф убрать. Давай. Ловишь? Лисичку? Снимаешь цилиндр? Ну, снимай. Давай ты снимешь. Снимаем, давай, снимаем. Все, сняли цилиндр. Давай попробуем убрать в шкаф шарик. Шарик не убирается. Но у нас, смотри, есть кубик. Я вот думал, мы можем поставить на вот эти штуки магический круг, карты. А мы... Нет, не можем, да? Гирю. А, слушай, смотри, есть у нас цирк, да? В цирке может быть силач, фокусник, фокусник-картежник. А тогда... Давай... А что? Предложение, я тебя внимательно... Давай внимательно... лисичку, давай. А что мы с лисичкой? Лисичку в шкаф засунем? Да. Давай, давай только сначала Кеше дадим карты. Да. Он будет с ними что-нибудь делать? Как ты думаешь, день? Шкаф, да? Да. Надо открыть шкаф. Давай засовывай лисичку. Давай ты, папа. Хорошо. Крибли, крабли, бенс. Опять цыпа. Так. Послушай, а мы же цыпы не видели, да, что происходит? Ой, смотри, мы цыпи одели бантик.
Так, а цыпа у нас что-нибудь умеет? Засунем кешу. А мы сейчас, подожди, мы сейчас... Нет, цыпа ничего не умеет. Кешу в шкаф. Давай кешу в шкаф. Давай. Давай кешу в шкаф. А кецилиндр не будем делать? Нет. А если попробовать одеть? Давай. Давай, открываем. Ну, опять енот. А вот мы кешу. Сейчас мы обратно енота в шкаф вернем и вытащим кешу. Так. Нажимаем? Да. Ого. Ну, явно не кешу вытащили. Почему? А кто? Ты знаешь, что это? О, это же... Как это называется в цирке? Ну давай, нам нужен кеша, да? Да. Кливли, кравли, бенц. Все, фух, вернули кешу, да? Кеша. Слава богу, давай посмотрим, что еще в сундучке. Бубен. Лось. А ты знаешь, что мы кешу можем приодеть? Да. Смотри, какая-то одежка висит. Не надо здесь. А чего? Мы его переодели. Не надо переодевать его. Знаешь кого? Не... Клоуна. Давай не будем его переодевать, клоуна. Почему? Давай не будем. Хорошо, давай. Хорошо, сейчас верну. Давай тогда. Сними с ними. Все, меняю. Снимаю. Не черный. А смотри, вот просто так вот выглядит настоящий фокус. Не, давай не убью. Все, старую одежку его одеваем, да? Все, старую одежку одеваем. Не надо. Пускай. Все. В его любимой одежде, да? Так. И давай ему бубен дадим. Не дается? Ну ладно. Интересная интерактивная игра, тут на самом деле больше карт. И мы, наверное, не все изучили. Друзья, ну вот мы попробовали одну из интерактивных карт, Мишки 2, да, Мишки Мимимишки. Наверное, мы, конечно, сделали не все, тем более Денис много что запрещал. Если вы играли в эту игру и знаете какие-то приколюхи на этой карте, обязательно пишите об этом в комментариях, расскажите. И, соответственно, если вам интересна эта игра, тоже пишите об этом в комментариях, мы попробуем другие интерактивные карты, да, Денюш? Да. Ну а на сегодня все. Мы с вами прощаемся. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь на нас, ставьте нам пальчики вверх. И как пальчики вверх. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей. Ну и до новых встреч. Пока-пока, друзья. День машем? Да. Пока-пока!